Из-за парты в политику. В Чебоксарах открылась школа парламентаризма. Сегодня первые 25 участников проекта приступили к занятиям. Несколько следующих месяцев эти молодые люди будут не только студентами своих учебных заведений, но и учениками школы парламентаризма. На вопрос, зачем им это нужно, все отвечают по-разному. Общее у них одно – интерес к тому, что происходит в России. Мне всегда была интересна политическая жизнь нашей страны. И не только узнать о каких-то происходящих событиях со стороны, от знакомых, из новостей, но и непосредственно, как это все происходит изнутри, почему это происходит и на что это влияет. Опыт некоторых участников проекта уже сейчас не уступает действующим депутатам. Даниил Ведяшев стал вторым на конкурсе «Моя законотворческая инициатива». Последнее, что я предлагал новую пенсионную реформу, новую пенсионную систему, новое пенсионное накопление и еще ряд модернизаций. Учебники по политологии и другую теорию можно читать и в интернете. Эта школа – возможность попрактиковаться, отметила депутат Госдумы Алена Аршинова. И наставники всегда готовы помочь. Можем обмениваться сообщениями в социальных сетях, поэтому можете меня найти, я с большим удовольствием отвечу на ваши вопросы. Не надо бояться спросить то, что вам кажется глупым. Спросите сейчас. Здесь все свои. Пришли специально для этого, чтобы у вас этих вопросов потом не оставалось, когда вы будете в других местах представлять нашу родину, нашу Чувашию, наши Чебоксары. Посмотреть на политическую жизнь изнутри молодые люди смогут уже на следующей неделе. Они приглашены на сессию Государственного совета Республики. Ольга Пырочкина, Павел Рядков, Республика.